представляем две новинки – камеры ActiveCam 1120SWD и 1140S. Это бокс-камеры, предназначенные для внутренней инсталляции. Модель 1120 имеет максимальное разрешение Full HD и транслирует поток в реальном времени. Старшая модель 1140 способна вести видеозапись с максимальным разрешением 4 мегапикселя – 2688 на 1520 пикселей. При таком разрешении частота кадров составляет 20 кадров в секунду. При разрешении 3 мегапикселя и ниже видеопоток транслируется в реал-тайме. Модели поддерживают режим день-ночь, оборудованный механическим ИК-фильтром. Модели укомплектованы реальным широким динамическим диапазоном – 120 дБ. Также на борту присутствует ряд интеллектуальных функций – пересечение виртуальной линии, вход-выход из зоны, детектор пропавших предметов, детектор лиц, детектор звука. Набор интерфейсов стандартный для бокс-камер. Это Ethernet, поддерживается питание POE. Также есть разъем для подключения блока питания 12 вольт постоянного, либо 24 вольта переменного тока, тревожные входы и выходы, аудио-вход и выход. Слот для карты памяти, поддерживается объем до 128 гигабайт. Также на задней панели располагается кнопка настройки заднего фокуса. Настроить фокус можно также и через веб-интерфейс камеры. С моделями 1120 и 1140 программное обеспечение Trasir идет в комплекте. Спасибо за внимание, не забывайте ставить большой палец вверх этому видео. Смотрите еще больше полезных видео на нашем канале. До скорых встреч!